Всем привет, друзья! Меня зовут Андрей, добро пожаловать в новый выпуск. И давайте перейдем к новостям. Главный конкурент Tesla, Тревор Милтон, покинул совет директоров после обвинений в мошенничестве. Илон Маск пообещал выпустить дешевую Tesla к 2023 году. Что он задумал и как это сказалось на котировках компании? Самый большой человекообразный робот в мире провел первую разминку. Китайская компания CF Moto представила самый мощный мотоцикл в истории страны. Обо всем этом сегодня поговорим в нашем выпуске. Не забываем подписаться на канал, дорогие друзья. Усаживаемся поудобнее, мы начинаем. Основатель компании Никола Тревор Милтон ушел с поста председателя совета директоров компании. Все это произошло после обвинений в мошенничестве. Милтон сам обратился к совету директоров и сообщил о желании уйти. На его место назначили бывшего вице-председателя General Motors и члена совета директоров Никола Стивена Гирски. В центре внимания должна быть компания и ее миссия по изменению мира, а не я. Поэтому я принял решение обратиться к совету директоров и добровольно уйти с поста исполнительного председателя. И превратить Никола в компанию, которая меняет транспорт к лучшему и помогает защитить климат нашей планеты, было невероятной честью, написал Милтон на своей странице в Twitter. Две недели назад вокруг Никола разгорелся скандал. Компания Hindenburg Research, один из акционеров Никола, заявила, что Милтон неоднократно обманывал клиентов, партнеров и инвесторов. Hindenburg Research писала, что в 2018 году Никола показала в рекламе движущийся на водородном топливе грузовик, тогда как на самом деле его отбуксировали на холм и спустили вниз по склону. Позже в Никола признали, что грузовик двигался на холостом ходу. Обвинения Hindenburg Research стали предметом расследований комиссии по ценным бумагам и биржам США, а также предположительно американского Минюста. Никола была названа в честь физика и изобретателя Николы Теслы. Ранее компания представила три модели грузовиков 1, 2, 3 – внедорожник Reckless и пикап Badger. Но пока с ее конвейеров не сошло ни одной машины. Серийное производство электромобилей должно начаться в 2021 году. В августе Никола отчиталась о доходе в 36 тысяч долларов за второй квартал. Деньги компания получила, продавая солнечные батареи своему основателю Тревору Милтону. Убытки стартапа оказались значительно выше, чем ожидали аналитики. Более 86,5 миллионов долларов, что в 5 раз больше, чем за аналогичный период 2019 года. Илон Маск заявил, что к 2023 году Tesla будет производить беспилотные электромобили стоимостью не дороже 25 тысяч долларов. «Мы уверены, что через 3 года сможем создать действительно привлекательный автомобиль за 25 тысяч долларов. Это около 2 миллионов рублей, который также будет полностью беспилотным», — заявил Маск. Обещанная модель будет стоить на 12 тысяч долларов дешевле Model 3, которая сегодня считается самым бюджетным вариантом электромобиля в линейке Tesla. Ее стоимость начинается от 37 900 долларов. Снижение цены будет обеспечено новой конструкцией аккумулятора, производство которого требует меньше расходов. Новая технология позволит сделать Tesla доступными для массового покупателя. Как пишет CNBC, именно аккумуляторы являются самой дорогой частью любой Tesla. Поэтому цена на электромобили кажется завышенной по сравнению с привычными машинами, использующими бензин. А вот акции американского производителя электрокаров Tesla обвалились после обещания главы корпорации создать дешевый беспилотный автомобиль. Они упали более чем на 11% на фоне разочарования инвесторов заявлениями Маска. По его словам, через 3 года компания начнет выпускать по-настоящему привлекательные автомобили за 25 тысяч долларов. Перед этим Маск обвалил акции компании в преддверии Battery Day – дня презентации новых технологий, связанных с аккумуляторами. В японской Йокогаме состоялась разминка-презентация робота Gundam, построенного по образу популярного персонажа манги и комиксов. При высоте в 20 метров и весе в 25 тонн это самый крупный человекообразный робот в мире. Двигаться он будет тоже почти как человек, что и было показано во время демонстрации. Визуально и конструктивно Gundam соответствует модели RX-78-2, пилотируемому роботу, впервые представленному в аниме-сериале Mobile Suit Gundam 1979 года.
года. Проектом руководит Ясуюки Тамино, мультипликатор и сценарист, создатель франшизы, которого величают отцом Гандама. Для постройки робота была сооружена целая фабрика – Gundam Factory Yokohama. Пока что Гандам движется, будучи закрепленным на стойке, но в будущем он сможет перемещаться самостоятельно. У робота 24 степени свободы. Он может ходить и приседать, двигать головой, совершать операции руками и пальцами. Из-за пандемии работы пришлось затормозить, поэтому прежний срок открытой презентации робота 1 октября 2020 года перенесен. Создатели Гандама обещают справиться со всеми сложностями в течение года. В этом году известный производитель мотоциклов, китайская компания CF Moto, представила на выставке Changing Moto Expo самый мощный мотоцикл за всю историю страны – 1250 TRG. CF Moto уже много лет производит двигатели и мотоциклы для австрийской компании KTM Sport Motorcycle AG. На мотоцикле 1250 TRG установлены V-образный двигатель LC8 объемом 1279 кубических сантиметров и мощностью 140 лошадиных сил. Новинка напоминает тяжелые туреры BMW. Кроме мощного двигателя, на мотоцикле установлена тормозная система компании Brembo, а также стереосистема с Bluetooth-подключением от компании JBL, работающая через 12-дюймовую полноценную приборную панель. На левой рукоятке установлена кнопка круиз-контроля, а сам мотоцикл может похвастаться регулируемым ветровым экраном, монитором давления в шинах и внушительным трехсекционным багажным боксом, куда входят два жестких кофра и верхняя коробка со встроенной спинкой для пассажира. Для граждан Поднебесной продажи этого мотоцикла начнутся в первой половине 2021 года. Цена байка до сих пор неизвестна. Однако эксперты обоснованно считают, что его появление на рынке может стать неприятным сюрпризом для многочисленных конкурентов. Вот такие новости на сегодня, друзья. Спасибо, что досмотрели этот выпуск до конца. Обязательно подпишитесь на канал, поставьте колокольчик и обязательно поставьте этому выпуску лайк. Также, друзья, хотел бы вас поблагодарить за позитивные отзывы о новой рубрике на канале и за все ваши комментарии, которые вы оставляете под выпусками. Огромное вам спасибо за это. Ну а я буду с вами прощаться. Желаю успехов вам и вашим близким. Не переключаемся. До новых встреч!